Всех приветствую на своем канале. Наконец я добрался до ежегодного АСКа. Кто не знает, ежегодный АСК проводится раз в году. Капитан Очевидность. В АСКе я отвечаю на рандомные вопросы, которые вы задаете мне в обсуждениях моего паблика в ВК. Ссылка на паблик и всякое прочее есть, кстати, в описании. Давайте не будем тянуть и уже наконец приступим к самим вопросам. Андрей, как найти мотивацию саморазвиваться и менять свою жизнь? Я плох в словах, но если вас интересует именно мое мнение, то я думаю, что мотивация у всех разная. Кого-то мотивирует похвала, кого-то критика. А чтобы захотеть самосовершенствоваться, наверное, для начала стоит чем-то вдохновиться. Может, вас вдохновит музыка или какое-то другое произведение искусства для новых идей. Надеюсь, я правильно понял ваш вопрос. Привет, Септет. А почему некоторые старые видео ты скрыл или удалил? Бывает такое, что иногда мне хочется скрыть какое-то определенное видео, если мне в нем что-то не нравится. Стараюсь, конечно, этого не делать, лишь в крайних случаях. В какой стране живут ваши персонажи? А где еще высаживаются пришельцы? Конечно же, Соединенные Штаты. Привет! Какие советы дашь юному аниматору, который тоже хочет создать свой проект? Ну, я не аниматор, но каждому занятому человеку я хочу посоветовать находить время на отдых. Возможно, от меня это звучит немного лицемерно, так как я сам ебашу, но я убедился на своем опыте, что отдых и работа должны быть в балансе. Будешь ли продолжать работать над своими проектами дальше, или оставишь канал и будешь рисовать только для себя? Я точно не собираюсь уходить в ближайшее время, да и пока я буду рисовать, я буду это вам показывать. Сдавать английский тяжело. Ну, думаю, да, смотря что. Я не сдавал английский. Вернешь. Я скоро сдохну? Да. Как работает вселенная ДК и магические существа в ней? Все магические существа – пришельцы. Айсейч, Верукт и так далее прибыли вместе с Мунт в одно время. Ты планируешь все-таки идти в анимацию? Или так и продолжишь делать слайд-шоу? Я не аниматор. Мне ближе режиссура и написание сценария. Это то, чем я бы хотел заниматься в будущем. Если бы ты создавал героев из первого сезона ДК сейчас, поменял бы ты что-либо в их дизайнах и биографиях? Я поменял бы практически все. Павло. Есть шанс, что когда-нибудь произойдет сходка. Я бы очень хотел устроить сходку в Казани, но не думал, что кто-то придет. Только если один человек, то с ним можно будет просто погулять. Но это уже не сходка, по сути. Трусы или боксеры? Цвет? Я покупаю только трусы с каким-то орнаментом. Будь то арбузы, или бананы, или китики, или конопля. Сможешь описать происходящее в трех словах? Пиздец нахуй, блять! Жена, дети есть. А если найду? Ну, к сожалению, это все. В этом году вопросов было то ли меньше по сравнению с прошлым годом, то ли они часто повторялись. Будем надеяться, что в следующем году выпуск будет больше и выйдет вовремя. Спасибо за просмотр. Всем пока.